Приветствую вас. Я думаю, что раз уж мы говорим о причинах, да, того, что с вами происходит, что это может быть и как это устранить. Мне видятся две причины основные, которые могут раскрывать ваше состояние. Вот. Я, правда, не уверен, Валерия, что вам это как-то поможет, честно, потому что, ну, как бы, на мой взгляд, диалог какой-то о причинах тех или иных проблем, это, ну, да, просто, знаете, халат. Вот, потому что проблема выясняется, как правило, в контексте беседы, да, то есть она меняется, она видоизменяется, она становится другой, она проявляет себя по-разному, может проявлять себя по-разному, проблема. Вот, на нее желательно смотреть по разным углам, да, то есть не торопиться ее вот как-то охарактеризовывать, да, как-то, что вот там, что вот это вот то-то, или вот это вот то-то, понимаете, это, на мой взгляд, это просто обесценивание идет, обесценивание и попытка, знаете, как упростить искусственно проблему, вот, я не сторонник такого подхода, вот, поэтому я скажу очень условно. Значит, первое, что мне кажется, это то, что когда-то, вот именно когда-то, у вас произошла такая серьезная достаточно ситуация, при которой вы почувствовали себя, ну, брошенной. И вот, наверное, с тех пор вы себя периодически брошенной и ощущаете. То есть это вот чувство брошенности, оно, ну, постоянно дает о себе знать. Я в качестве первой причины возможной рассматриваю вот данный аспект, просто потому, что мне кажется, что он вполне себе реален. То есть одиночество, тоска, желание спрятаться, это все как раз таки история, ну, очень похожа на чувство брошенности. Вот. Хотя и понятно, что там могут быть варианты какие-то еще, да, безусловно, да, то есть это не истина в последней инстанции, вот, то, что я говорю, но тем не менее. Вот. И второй момент, это, знаете, такая вот проблема выстраивания отношений с людьми, вот, то есть, ну, условно говоря, вот как вы выстраиваете отношения с людьми, да, то есть по поводу чего? Насколько вы людям доверяете, насколько вы принимаете сами себя, допустим, да, то есть, принимаете ли вы вообще себя такой, вот какая, собственно, вы есть, понимаете, то есть, вот у меня есть
определенные сомнения относительно этого момента, что вы себя, ну, что вы себя принимаете такой, какая вы есть, вы себя принимаете, потому что, ну, мне вот кажется, что, ну, вот, что вы не доверяете все-таки людям, с которыми вы взаимодействуете, вы полностью с ними не раскрываетесь, а это ключевой момент, если вы, ну, если вы хотите не испытывать ну, вот подобных чувств, да, подобных эмоций и так далее. Вот. То есть это именно вопрос того, как вы выстраиваете отношения с людьми. Это именно вопрос того, насколько вы доверяете людям, которые, вот, условно говоря, вас окружают. Доверяете ли вы людям, которые вас окружают, потому что, если честно, опять же есть некоторые сомнения в этом, да, то есть вот вам хорошо, вы пишете, что есть о чем поговорить, это все очень здорово, что есть о чем поговорить, но как бы ваши вот чувства, да, они, ну, как бы сами за себя говорят в этом смысле. Вот. И они говорят о том, что вы, может быть, и вам есть о чем поговорить с людьми, но вы себя не чувствуете ну, в полной мере, может быть, как-то раскрывающийся с ними и так далее. Вы не чувствуете, что эти люди, например, и хотят, и могут вас принять. Вот. То есть это вот такой момент, две основные причины. Вот. Что касается того, как от этого избавиться, как это устранить. Устранять это не нужно никак, потому что это ваши чувства, это ваши желания, это ваши эмоции. Вот. Устранять никак не нужно, я бы рекомендовал бы это раскрывать. То есть взять курс именно на раскрытие, то есть на установку. На установление, точнее, даже не на установку, а на установление того, что за этим находится. То есть, что находится вот за вашей такой реакцией. Вот. Что за ней кроется, что за ней скрывается. Вот. И, соответственно, скорректировать свое поведение уже исходя вот из этого, хочется верить, нового опыта, новых данных о себе и так далее. Вот. Вот мне видится история на самом деле в большей степени такой. Вот. Значит, дальше. Может быть, конечно, хотя это вряд ли, но может быть, вы просто не отгрустились. Может быть, вы себе просто, ну, не позволяете регрессию, вот. Регрессия-то она вообще нужна, любому человеку нужна регрессия, вот, может быть, вы себе как раз-таки регрессировать не даете,
Вот. И тело ваше подсознание, оно вот как раз может хотеть этого самого регресса, то есть хочет отдохнуть, хочет расслабиться, хочет, может быть, побыть в одиночестве из-за того, допустим, что вы постоянно стремитесь там что-то делать и не позволяете себе, например, отдыхать. Вот. Ну, не позволяете себе там просто расслабляться. Вот. А, и еще раз, я не претендую на истину, да, я как бы вот сейчас говорю исключительно только предположениями, потому что слишком мало известно о проблеме вашей. Вот, мне бы не хотелось думать, что, ну, мне не хотелось, чтобы вы думали, я не хотел, чтобы вы думали, что я прям вот уверен, что говорю, нет, это повод вам подумать, это повод вам все как следует обдумать, обследовать, вот, решить для себя, и тогда вообще будет, ну, тогда уже будет более-менее все понятно. Ну, вот. Ну, вот, в принципе, так. То есть, опять же, вы предоставили некую информацию о себе, да, но при этом не историю своей жизни не рассказали. Ну и понятно, вряд ли можно в текстовом режиме рассказать историю своей жизни, но анализ истории жизни вашей нам очень важен, потому что без этой самой истории мы не сможем вам помочь. А то, что вы описываете, это... Ну, это то, что вы описываете, это следствие проблемы, но это не, ну, это ни в коем случае не причина. Причина, она, скорее всего, находится в другом, знаете, вот. И так вот вышло, да, что как раз-таки причину мы не знаем, ну, до конца. Вот. До конца нам не ясна причина ваша, вот с ней нужно разбираться. Вот. Я не хочу вас ни к чему принуждать, да, вот, но если вы хотите разобраться с ситуацией, то нужно все-таки больше информации, потому что это просто вот, ну, просто следствие, и все. Вот. Следствие просто ваших переживаний, следствие ваших ситуаций, но как бы хочется спросить, да, что дальше. То есть, ну, вы все это рассказали, да, что дальше. Вот. Поэтому так вот, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Давайте сейчас пройдемся еще раз по тексту. Так, резко без причины, как я помню, самый первый был 16 лет, когда я поехал в Китай с друзьями, знакомыми. Ну, соответственно, тут, ну, там, возможно, вы почувствовали себя первый раз брошенный. Вот. Тут, опять же, желательно было вспомнить. Вот. Приступы неприятные, необъяснимые тоска, хочется домой, подделала, никого там не было, наверное, кроме мамы и парня. Не помню, чтобы такие приступы были с ними. Но даже если мне приятно компания, есть о чем поговорить, все равно такое бывает. Вот, значит, ну, в принципе, я вам сказал, да, что ситуация вот так выглядит. Ну, такая она. Ситуация. Вот. То есть мне на данный момент добавить
Нечего больше, вот, то есть, это именно вот, скорее нечего добавить, чем есть добавить. Вот. Нужно разбирать, нужно исследовать, и я думаю, тогда все будет, ну, все будет понятнее и яснее, вот. Все необъяснимое, да, но становится объяснимым, если с этим поработать. Вот, если вы это выскажете, если вы это выразите, если вы это отреагируете. Вот. А пока, да, пока это представляется чем-то вот таким очень необъяснимым, очень непонятным. Вот. Я вас в этом смысле прекрасно понимаю. Ох, вот. Ну что же, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.